الآن لو الإمام أسرع في الصلاة. Например, вот сейчас есть имамы, которые торопятся в молитве. أسرع في التشهد. Очень быстро читают. يعني الإمام قرأ التشهد بسرعة وهذا خلف الإمام أسرع وقرأ التشهد بسرعة وما أكمل ما قرأ الصلاة الإبراهيمية يسلم ما يسلم. الإمام ما يتحمل عنك الأركان لازم أنت تقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ولا بد لو سلمت صلاتك باطلة. То есть, например, имам быстро прочитал ташахуд, и ты, торопясь, то есть, насколько это возможно, не успел за имамом закончить ташахуд и салават саля Ибрахимия, и имам дал салям, ты не имеешь права давать салям до тех пор, пока не закончишь чтение ташахуда и саля Ибрахимия, потому что если ты дашь салям, твоя молитва недействительна. Имам за тебя не исполняет твои обряды, ты сам их должен выполнять. لكن تقرأ بسرعة. Однако ты должен быстро читать. كذلك الفاتحة الآن إذا كان الإمام يسرع في الفاتحة. Также чтение Фатихи, например, имам быстро читает Фатиху. أنت ما يتحمل عنك لازم تقرأ فاتحة لكن تقرأها بسرعة ما تقرأ بسترس الحمد لله لا اقرأ بسرعة دون خلال في القراءة وتتابع الإمام لكن لا يمكن تسقط عنك الفاتحة. То есть это не так, что если имам быстро читает, ты медленно, размеренно читаешь. Нет, тоже, говорит, должен торопиться, но торопиться так, чтобы не делать ошибок и упущений в чтении Фатихи. То есть максимально, насколько это возможно, без упущений Фатихи, должен догонять его. Но ты не можешь, не дочитав Фатиху, делать руку или еще что-то. Почему? Потому что имам за тебя не читает твою Фатиху. Ты сам должен ее читать.